Приветы. Не так давно в пустошах начали рассекать бронемобили с вот такой вот уникальной голограммой, и многие, кто у нас не следит за новостями, приходят в комментарии с вопросом, а что это, откуда достать и так далее. Сейчас все расскажу. Данную голограмму можно получить в наборе Вестник GFN. GFN — это GeForce Now. В данный момент идет акция кросса совместно с GFN. Для того, чтобы ее получить, надо отыграть в кроссау через GFN 5 часов, в период с 15 декабря по 9 января. И после этого забрать личный код. Выдача кодов проходит 26 декабря и 10 января и будет зависеть от даты выполнения задания. Эта информация из официальной группы ВКонтакте, я ее читаю прямо сейчас, прямую ссылку на этот пост оставлю также в описании. Что касается бронемобиля из набора, смотри. Сначала мы еле-еле-еле-еле-еле едем. Тут, кстати, много прикольных деталей в наборе, еще все покажу. А потом жмем Shift и превращаемся вот в такую вот красоту. Здесь у нас есть и синие детали. Еще даже, может, попадем по кому-нибудь, а может быть и нет. Здесь у нас есть две курсовых ракеты, оса, синяя кабина багги, ну, то есть трек, по привычке за БТ все еще называю ее багги, не могу от этого отвыкнуть. Бирюзовый движок, немножечко декора, та самая зеленая голограмма, про которую мы уже говорили. Краска, материал ржавчина, довольно прикольная, кстати, но опять же, на мой взгляд. Зеленая краска на носу машины, это у нас изумруд. Ну и ко всему прочему, на халяву вам дают модули разлома, а также наклейки, которые у нас были в каком-то батл пассе, я не помню в каком конкретно. Ну и да, в качестве шутки юмора здесь вот наклейка RTX OFF, когда-то вот на такой машине. А когда эта машина раздевается, вон у нее на заднице, видишь, какая наклейка? Там уже RTX ON. Я сам через GFN не играл, один раз только зашел проверить работоспособность ссылок там и всего прочего, чтобы, ну, чтобы понимать, о чем я вообще хочу вам рассказать-то. И заходил часов в 9 по Москве, я тогда на очереди не попал, но многие очевидцы жалуются, что очереди там бывает достигает несколько сотен человек. Короче говоря, если пойдете в Prime Time, то не исключено, что на эти очереди попадете. На тему того, как забрать код непосредственно, я скажу честно, не знаю. Я сам про эту акцию узнал не так давно, потому что тоже особо не читаю официальную группу. Там сейчас начали спамить этими станковыми всякими постами, и я забил пока на отслеживание новостей. И поэтому хз, куда там пройдет код, если успею после Нового года, то сам, может быть, еще получу. И если получу, то потом опубликую для всех интересующихся в группе ВКонтакте у себя информацию на эту тему. Ну а так, вся основная инфа у вас есть. Опять же, ссылка на официальную новость, если заинтересуетесь, будет в описании. Для тех, кому недоступен ВК, я, скорее всего, просто ссылки просто копирую оттуда, тоже добавлю себе в описание, ссылки непосредственно из официальной новости, чтобы вы не мучились там с VPN-ами и так далее. Честно, я не знаю, будет ли у вас там так дальше работать с этим получением кода и всем прочим, для тех, кто через ВК зайти не может, но постараюсь, по крайней мере, сделать что-то, чтобы было удобнее. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч.